Вот умирает голубь. Он уже не реагирует, хотя смотрит. Смотрит таким умным, между прочим, и каким-то мудрым взглядом, все понимающим. Я вот ему даю поесть. На, Гулька, ну поешь немножко. А он уже и есть отказывается. Но не спит же он. Просто, видимо, ему очень плохо, да? Неужели спит? Да нет. Прийти завтра сюда посмотреть. Обидно будет увидеть его мертвого. А вообще эта смерть такая красивая, потому что на улице, в тишине, спокойно вот так вот засыпать. Лишь бы никто не мешал, вот такие, как я, да, докучливые. Но я его вон крошками хотел покормить. Он не ест. Ну что я могу сделать? Только, наверное, попрощаться. До свидания. Ой, голубь, голубь, как мне тебя жалко. Ну скажи мне что-нибудь, или я тебе надоел? Ну все, я пойду тогда. Я вот тебе тут хлебушка оставил. Сейчас еще положу.